Потом, значит, меня вот позвали в Союз яйцко-уральских казаков. Сейчас я нахожусь, состою в его рядах. Ведь я, показывая себя в форме казака и ездя в город, и находясь здесь, я показываю не Утепова Максута Ажмуратовича, а я показываю всех нагаев, которые были до меня в казаках. Потому что история казаков-нагаев, сейчас будем говорить, забыта процентов на 80. Мы все больше, 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 больше отдаляемся и забываем. А я хочу, чтобы эта страна не забылась. А здесь вот на этой фотографии изображен, значит, это Меликеев Шарафутдин Шамсуар-улы. Шамсуар-сын, казак станицы Сломихинской. Это он во время службы в Варшаве. Это 901 год. Это мой прадед по материнской линии. На первой стадии, конечно, некоторые отнеслись с каким-то недоумением, непонятием, что это такое. Многие мои знакомые, которые здесь меня знают, ну, на протяжении, будем говорить, всей моей жизни, удивлялись и говорили: а почему ты казак? А почему ты, вдруг не был, а вдруг стал таким? У меня до сих пор некоторые родственники меня не понимают. Некоторые просто привыкли. А некоторым, конечно, кто хочет выслушать меня, потому что многие же не хотят слушать еще. Но я всегда отношусь к тем людям, мне жалко их, потому что они не знают ничего. Я в некоторый раз просто им говорю: хорошо, ты вот меня сейчас осуждаешь. А ты вообще-то свою родословную знаешь? Вот, казаки, значит, русские и обрусевшие казаки. То есть много, значит, нагаев переходило в православие. Причем полтора месяца лежал, как я говорил в прошлом эфире, полтора месяца держали Кенесары хана у себя, где Кенесары хан показал себя с хорошей, в кавычках, стороны. Пьянствовал, буйствовал, приставал там всяко разное, да? Его терпели для того, чтобы не убивать. То есть слышали, да, друзья мои, что он представляет, что Кенесары хан, который был мусульманином, в отличие от тебя, то есть, видите, у него как мысли: пьянствовал, говорит. Вот, сегодня опять вызвал сотрудников полиции. Буду писать заявление на блогера Ергали Копеева, канал Кенесары Сарбаздары.